муниципальные елки будут устанавливать, в том числе точно так же по графику, который есть, то есть традиционно, как и в прошлом году, точно так же в те же периоды, как и горки, так и елки. Мы к декабрю уже начинаем устанавливать, то есть это все постепенно идет этапами, то есть вот конец ноября, начало декабря начинается устанавливаться елки, потом переходит непосредственно установки детских городков, горок и иных, скажем так, сооружений, малых архитектурных форм, которые необходимы для празднования Нового года.